С 1 июля в Ульяновской области повысили цены на коммунальные услуги, самая дорогая из них – отопление. В региональной столице на него ввели предельно допустимый индекс роста. Он составляет 12,5%. Но повышать цену на тепло по максимуму не будут. Область заключила соглашение с Т+. Согласно ему, рост стоимости за гигакалорию составит 6%. В остальных публичных образованиях отопление может подорожать максимум на 5,4%. Хотя на местах по факту эта цифра может быть меньше. Все зависит от решения муниципальных властей. В части электроэнергии увеличение не более чем на 3,2% стоимости электрической энергии будет в городе Ульяновске. В остальных муниципальных образованиях Ульяновской области размер тарифа будет увеличен следующим образом. Водоснабжение будет увеличено, максимальный предел это 5,4%. В самом Ульяновске ХВС подорожает на 8%, розничная цена на природный газ для потребителей повысится на 3%, на твердые коммунальные отходы на 3,4%. Поэтому, принимая в внимание сложившуюся установку, уровень инфляции, отсутствие увеличения стоимости тарифа за предыдущие периоды времени, в частности по предыдущему году, то это, скажем так, наиболее возможная ситуация, которая сложилась на текущий момент. По словам Алексея Филина, более корректно будет оценивать удорожание не по конкретным услугам, а в совокупности. При таком подходе общий платеж за коммуналку во втором полугодии вырастет в среднем на 5,4%.